Беговая дистанция в 30 метров, прыжки в длину и высоту. В этом году норму ГТО решили сдать 270 человек. Во дворец спорта легкой атлетики Евгения Тулаева приехала в свой выходной. Держать себя в хорошей форме необходимо, рассказывает девушка. Спортивной ходьбой и бегом на большие дистанции занимается уже несколько лет. Это очень важно, это очень нужно. Как говорится, в здоровом теле здоровый дух. Поэтому заниматься спортом – это важно и актуально в наше время. По традиции фестиваль ГТО проходит 3 раза в год – зимой, летом и осенью. В нем могут принять участие все желающие – возрастной категории от 6 до 60 лет. Спортсмены сдают нормативы по прыжкам в длину и высоту, бегу на короткие и длинные дистанции, отжиманиям, стрельбе из пневматических винтовок. В этом году число участников заметно увеличилось. Ограничительные меры из-за пандемии коронавируса не позволили провести фестиваль ГТО в прошлом году. Очень радует тот факт, что сегодняшний фестиваль собрал максимальную квоту, которая предусмотрена для таких фестивалей, 270 участников. И мы очень рады, что вот этот вот вынужденный перерыв не повлиял на стремление, на желание наших жителей заниматься физической культурой и спортом. Спортом нужно заниматься обязательно. Если не заниматься спортом, то заниматься хотя бы физической культурой и поддерживать себя в хорошем физическом состоянии. Готовность к труду и обороне будут проверять 3 и 4 марта во Дворце спорта легкой атлетики. Самым выносливым подарят памятные значки с символикой ГТО. Ольга Павлова, Василий Колдашов. События.